6 тысяч евро столько вымогали у кишиневского строительного подрядчика за быстрое расследование уголовного дела и благоприятный вердикт. Экономический агент пожаловался на Доброхотов в Национальный центр по борьбе с коррупцией, и его задержали. Езди машину. НЦБК сообщил, что все началось с документа о завершении строительства и ремонта многоэтажного дома на улице Сармидегетуза. По имеющимся данным, администратор ассоциации совладельцев отказался подписать его, потребовав у подрядчика 24 тысячи евро. Об этом стало известно НЦБК. Но до передачи дела в суд его расследовала служба внутренней безопасности и борьбы с коррупцией при МВД. Как раз для того, чтобы ускорить работу следователей, у подрядчика и вымогали деньги.